стукай, будь ласка. Ох ти, Поліна, качок. Всі, хто дуже пильно стежить за життям Поліни Лагунової, в Інстаграмі, в Твіттері, в Фейсбуці і на каналі М1, ви мали бачити, що Поліна нещодавно відвідала вечірку журналу «Максим», де вона намагалася затертись в довіру до головного редактора. Конечно. Щоб потрапити на обкладинку. Поліна, розкажи, як проходити кастинг на Ой-ой-ой, ви не представляєте. Политу. Я спочатку зустрілася з фотографом, який показала на моїх фотографіях, як много ретуші використовується на дівчатах, які ви бачите на обложці журналу. А потім я була в редакції журналу «Максим», де познайомилася з шикарним, великолепним, потрясающим, головне, щоб він слухав, шеф-редактором. Ми це виріжемо, так? И я попыталась узнать, каковы мои шансы попасть на обложку журнала. Какие твои шансы? Хорошие. Хорошие. Мы себе только уявляем, как проходим кастинг. Да. Сюжет. Всем привет! Я сейчас рядом с Леной, замечательным фотографом Елена Сулейманова. У нас была недавно фотосессия очень сексуальная, которая, возможно, могла бы подойти для журнала «Максим». Лен, можешь нам сейчас показать, как примерно проходит вот этот вот процесс фотошопа? Вот фотография. Это исходник. В черновом, да, варианте. Исходник. И тут понеслась. Убираем все лишнее. Самое главное – это небольшие недостатки, которые есть вот на коже, например, какие-то складочки, какие-то там родинки. Ну тут у меня еще родинка на нос. А элементы одежды тоже могут убираться, да? Да, вот я на этой фотографии одежду. То есть, мам, я была в белье на этой фотографии. Это все просто чудеса. Без белья. И что дальше? Ноги. Ножки. Да, делаем пластику чуть-чуть. Вот так вот можно прям взять и изменить полностью фигуру. И по итогу получается идеальная, красивая, готовая ко всем мужским журналам Полина Лагунова. Поэтому я поехала пробовать. Я нахожусь в очень интимном месте, редакция журнала «Максим», рядом со мной потрясающий мужчина, шеф-редактор Рубик Сергей. Я к вам пришла с волшебной флешкой, хочу, чтобы вы посмотрели на мои фотографии и сказали, насколько у меня есть шансы стать на обложке. На обложке мы ставим только популярных людей, только действительно знаменитых, а не тех, кого знают их родители, поэтому я вам точно про обложку скажу нет. С кем было из звезд сложнее всего работать? Светлана Лобода опоздала на съемку. Она ушла раньше со съемки, мотивируя тем, что ей пора на самолет. Ну, это было странно все. Потом, когда мы утверждали фотографии, там, то плечо ей не понравилось, то не так она посмотрела, не так моргнула. В 90% случаев все фотографии, которые мы выбираем, они расстраивают девушку. Они говорят, ну почему же это? Была же там хорошая, я там здорово улыбнулась, летом грудь взяла и бросила в оператора, да. Это же так прекрасно. Но девушки не понимают, что у них свой взгляд, а у мужчин свой. Так, грудь достойная, как для жизни. Это мне нравится. Вот тут вас вылезали, видно. Меня вырезали? Не вырезали, вылезали. Вылезали? Мастера фотошопа. Ваш журнал увлекается ретушью и фотошопом? Фотошопят все, если кто там решил, они фотошопят, плюньте ему в лицо. Сергей, если бы мои фотографии размещали в журнале, что бы вы откорректировали в первую очередь? Ну, не, ну вы так вроде не проблемная. Вот единственное, что меня, конечно, все-таки татуировка смущает. Хотя нас любят читать в тюрьмах, а там искусство татуировки так популярно, поэтому думаю, что, может быть, вы будете кумиром какой-нибудь исправительной трудовой колонии. Да, возможно. И сейчас я об этом Сергею буду договариваться. Друзья, в студию.